Нонс и точка выхода 13 и 14 серии 6 сезона сериала «Шеф». 13 и 14 серии сериала выйдут на НТВ 5 февраля. В новых сериях мы увидим, как новый начальник главка Калиниченко предлагает Расторгуеву играть по его правилам и требует посадить Кочевника и Тихомирова. Расторгуев понимает, что Калиниченко хочет на их место поставить своих людей. Между ними возникает конфликт. Сотрудник ЧОПа, шеф Акимов, убивает двух коллег и забирает деньги, которые те перевозили. Васьков с операми выясняют, что накануне неизвестные похитили жену и сына Акимова. Кочевник требует у Локтева вернуть похищенные деньги и угрожает его семье. Тот обращается за помощью к Расторгуеву. Кочевник уезжает в Израиль и вместо себя оставляет звонаря. Тихомиров не простил Расторгуеву свой арест. Теперь они враги. В это время Расторгуев предлагает Вельяминову негласно использовать Тихомирова для операции ФСБ. Вельяминов срочно вызывает из отпуска Шульгина. Васьков с операми ищут пропавшего бизнесмена. Каплевич выясняет, что есть банда, которая крадет дорогие автомобили, а водителей убивает. Шульгин устраивает побег Тихомирову и привозит на конспиративную квартиру ФСБ. Там Тихомиров видит Расторгуева. 13 и 14 серии сериала выйдут в эфир 6 февраля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий. Тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.